Ну а теперь проверенные опытом хиты. Теперь я приглашаю на эту сцену барабанное шоу «Драмкаст» под ваши бурные барабанные аплодисменты. Эй, Вегас! Ну что, следующая песня, которую хотел бы для вас петь, называется «Домой». И когда вы сегодня в 3 часа ночи окажетесь дома, вы будете говорить: «Как же было здорово на 18-летие Муз-ТВ! Как же мы отрывались!» Вижу плакатик «Драмкаста». Скинем маски, наденем старые джинсы. Позвоним маме и попробуем выспаться. Мы разложим все по порядку, как задачку на клетках в тетрадке. А тревоги и беды оставим за скобками. На заре вернемся домой без обид и без сожаления. Новым открытием мы идем, пусть время торопит события. Здесь все правильно, здесь все в порядке, как в любимом романе заплатки. И счастливый финал обязательно сбудется. На заре вернемся домой без обид и без сожаления. Это самый счастливый день, самый желанный день, когда я возвращаюсь домой. Когда я возвращаюсь домой. День, когда я возвращаюсь домой. День, когда я возвращаюсь домой. Домой. Когда я возвращаюсь домой. День, когда я возвращаюсь домой. Спасибо! Миша Фомин!
Друзья, спасибо за аплодисменты. Я поздравляю всех учителей, преподавателей, учеников с Днем Учителя. Палочки полетели. Самый счастливый день, когда 5 октября мы с вами отмечаем 18-летие первого национального легендарного канала Муз-ТВ. Но, дорогие друзья, домой, как завещал Митя, пока еще рано, потому